Ситуацию со строительством детсадов прокомментировал губернатор Андрей Никитин. Глава региона подчеркнул, что задача, которую поставил президент, обеспечить до 2024 года местами детей от 1,5 лет, будет, безусловно, выполнена. Более того, в этом году федеральное софинансирование на эти цели в определенной части области уже получено. Поскольку решение было принято уже после утверждения бюджетов, самые первые садики будут построены там, где муниципальные власти сумели найти возможности для увеличения своей доходной части, где предприниматели платят больше в районный бюджет. Например, так произошло в Акуловке. Я абсолютно уверен, что Юрий Иванович Бобрышев сможет найти дополнительное финансирование, и мы найдем возможность построить детский садик в Новгороде. Мне кажется, также хорошая идея. Я знаю, что среди организаторов митинга были известные новгородские предприниматели, чтобы они оказали помощь, посмотрели, насколько вот те налоги, которые они платят, достаточны. Может быть, мы могли бы им помочь поискать дополнительные налоги. И это бы как раз помогло Северному микрорайону построить садик.